Всем привет, с вами Террасир, Аид и Демастер. И сегодня мы поиграем в такой мини-гейм, как столбы. Да, ребят, поприветствуй. Всем привет. Всем здорово, ребятки. Столбики подъехали, наконец-то. Террасир так засмеялся, там типа такой, не дал нам поприветствоваться. Я просто подумал, что я сейчас быстренько все скажу, и вдруг услышал Аид такой. Ну, я думал, это никто не заметит, я сделал свое. Хорошее начало. Я кажется. Не заметил, кстати. Давайте, ну, в общем, ладно. Мы давно не играли в столбы. Да, мы давно не играли в столбы. Теперь у нас будет игра такая втроем на карте Clash Royale. Играем, вот снизу можно ее увидеть. Она очень круто здесь выглядит от подписчиков. Эта карта нам пришла. Вот, в принципе, да, правила стандартные. 4 минуты ставим блоки, потом 4 минуты достаем блоки. Очень-очень важная у меня такая как бы просьба к нашим всем зрителям. Дело в том, что у нас заканчиваются карты по столбам. И если вас не затруднит, вы можете скинуть карты нам, чтобы мы в них в столбы еще больше играли. И напоминаю, что скинуть карты вы можете ко мне в группу ВКонтакте. Под моим роликом есть ссылка рекламе, на тему. Рекламе свою группу ВКонтакте. Это как бы нам всем нужно, так что я думаю, никто против не будет. Так, давайте тыпахнемся на карту. Террасир, у тебя таймер готов? Таймер готов. Так, вот стоит на золотом блоке. Давайте все кирки достанем, чтобы все видели, что мы все здесь. Оп, оп. Так, а что там написано, я не могу прочитать. Там написано. А, давай на спал. Ну что, давайте тогда за стены не выходим, да, получается? Или можно, выходим? Можно. Там можно выходить за стены. Там есть еще островки раз. А, ну окей, тогда выходим за стены. Итак, таймер. Давай, Террасир. Ну, давайте раз, два, три. Таймер пошел, разбегаемся. Отлично, отлично, я разбежался уже. Я, кстати, нашел здесь блоки, красные блоки, стекла, но они... Это полублоки. Да, полублоки. Ну, это даже не полублоки, это пластиночки. Да, это, да, вы поняли меня, поэтому, если что... А, кстати, а синие блоки здесь есть. Сломай их рукой. Прям стекла, что ли? Стекла, синие блоки есть. Да, значит, и красные, скорее всего. Да, есть. Они находятся в воде. В воде? Ну, там, где, типа, вода вытекает. Что-то мы как-то этот момент пропустили. Странно, если красные видишь поставленные прям много, то скажи. Что ну давайте про воду вот просто не будем у фонтана брать. Я там не буду прятать в самом фонтане там из трубы, которая утекает вода. И вы там тоже не берите. То есть воду даже нет смысла потом проверять. Да, я не буду вообще тогда воду класть. Давайте тогда не будем воду все класть. Давайте, просто... давайте. Это будет максимально честно, я думаю. Все, я так, а максимальный даже... размер кладки у нас 3 блока, да? Да, 3 блока в одной точке. Ну, кроме последней. Хорошо, что вспомнил это. Я, на самом деле, и не держал в голове совсем эту тему. Ну, это очень важно, потому что мы же тогда, помнишь, играли на какой-то карте, тогда еще с нами вроде Зога играл. Ой, не напоминай. И Террасир все блоки на спавне под спавном запрятал. Это было мы очень... искали. А, ты про это, что ли? Да, нормально. Просто я там спрятал. После этого мы и сделали это правило. С кладками вообще. Я помню, когда Зога спрятал огромное количество. Я нашел их, да. И после этого тоже, после этого тоже мы изменили правила. Это все в один день вроде было. Это как будто Skywars плюс Clash Royale какой-то. Да, а да, еще да. Здесь биться можно, наверное, с друг другом, да? Да, да, да. Это тоже кто-то простроился до центра, и кто-то вон красивые дорожки строил, кто-то не очень. А, ну да, кстати. А может это реально Skywars на Clash Royale какой? Да, еще но... плюс столбы. Но дизреспект этой карте, потому что... Если это Skywars, потому что... Дизреспект. Что за слова такие, думаешь? Да вот подхватился. Есть респект, есть дизреспект. Да, я первый раз просто слышу такое. Ну я вот с этим человеком начал много общаться, и он мне научился словечкам разным, да? Дизреспект. Дизреспект. Просто все, дизреспект. Вот, потому что строится от этих островов до центрального острова очень много блоков надо, прям капец как много. Ну, посмотрите, это же вообще не ну, очень. Ну, это реально дизреспект прям. Да, дизреспект. Просто дизреспект. Ну, многие говорят антиреспект, но и дизреспект. Да, очень да, важная информация. Осталось минута 40 секунд. Что? Офигеть. Я спрятал 4 блока. Походу да, будет Дэм, гладко. Давай, давай, тащи. Наверное, надо было слушать Аида, когда он говорил... Это да. Это кто сказал? Это Демастер говорил, давайте 16 блоков. Ну да, я говорил 16 блоков. Я чувствовал то, что я буду в такой дерьмовой ситуации. Ладно, я прячу по 3 блока в каждом месте. Где-то вот здесь реально нужно прятать много. Иначе получится какая-то... А иначе получится кладко. Я вижу фиолетовый блок, это в блок Аида. Ну а где ты его там нашел? А я не скажу, что Террасир не знал. О, я вижу еще один тут. Ой-ой-ой, Аид, ой-ой-ой, 2 блока твоих нашел. Что у вас там происходит? Вы рядом с друг другом, что ли, бегаете? Нет, я нашел 2 блока Аида, я красавчик. Ну тогда я знаю, где ты их прятал. А да? Я не прятал, я там просто пробегал. Ну и что, у тебя много блоков, ты в замок обратно не попадешь. Угадай, где будут твои блоки, а? А замок обратно можно попасть, там паркур есть. Остается, кстати, 45 секунд. 45 секунд?
Да. Секунда. Мастер опять говорит, как американец. Ой, а я нашел синие блоки. О, нет. Секунда. Давайте без демократа. Демократ? А синие — это террасер, да? Да, это террасер. Я вот блоки террасера не нашел. Где ты их нашел, Эйда? А как выбраться-то обратно в замок? Я не вижу никого похода. Надо было с самого начала в замке прятать, чтобы потом не париться. А где? Как выбраться обратно в замок? Блин, 17 секунд! Как в замок попасть? А, я нашел. Кладку делай. 17 секунд, да? 10, 9, 8, 7, 6. О, я в паутине застрял, я красиво сделал. Красиво. Так, ну все, я делаю последнюю кладку. Я делаю кладку. Слышу шикарный таймер просто. Короче, кто найдет мою кладку, тот победит, потому что у меня тут просто миллиард блаченских стоит. Окей, окей, я делаю кладку. То же самое. Так, ну да, надо было все-таки здесь меньше блоков ставить. А, я мог... Slash kill просто, можно написать когда slash kill пишем. Хорошая идея. Мы же поставили keep inventory true, так что у нас все сохранится, да, у нас все сохранилось. Отлично. Так, бафы Аид нам снова прописывает, смотрите, прописал. Вот. Так, ну что, всех телепортнуло? Терсер таймер снова ставь. Да, давайте, раз, два, три. Просто по факту сразу побежали. Погнали! Так, интересно, кто-нибудь из вас прятал в замке? Мне кажется, кто-то из вас все-таки прятал в замке. Я прятал. Поэтому да, я тоже прятал. Стоит с самого начала полутать в замке, чтобы найти блоки, а потом уже пойти на улицу, потому что в замок мы уже обратно не вернемся. Ты же говорил, там есть согласен. Паркур. А это я, это был обман тактический. Ага. Я просто посмотрел на крысичьих тактику, понимаешь? Ну, за это, конечно, тебе дизреспект. Да, вообще дизреспект. Блин, ну пацаны, ну плиз, ну не надо дизреспекта, ну я же... Все дизреспект, все. Блин, а я так блок поставил, что я не могу его достать. Красиво. Это тоже дизреспект? Да, дизреспект за это, дизреспект. Зато ты его сразу нашел. Да-да-да. Ой, два красных блока, да мастер. Ой-ой-ой, ребята, что творят эти пацаны? А здесь свинка, блоки просто охраняла. Не, окей, сколько у вас блоков кладки? Такой вопрос. У меня штук 7 или 8. Так что тот, кто найдет кладки, тот у того есть шанс победить. Да, кладки. Мой блок, рядом стоит два блока демастера. Прям, видимо, по моим следам шел. Ну я сейчас не могу найти твои следы, а можно вернуть плиз обратно мою память? Не знаю. Блин, так лень проверять на самом деле эти острова, вообще на них не хочется бежать, но я уверен, что там на каждом острове есть. Да можешь не смотреть, ходи лучше где-нибудь в другом месте еще. Да, ходи в другом месте еще. Ищу. Зачем париться, если лень, вот реально, зачем? Я вокруг замка ставил, так что ищи вокруг замка. Вокруг замка. Да, о, кто-то лежит, привет. Да мастер, здравствуй. А, ты забрал мои блоки и блоки Аида, да, здесь? А, да. Я искал, я знал, что есть блоки Аида и бежал сюда, чтобы их забрать. Террасер тоже знал. Террасер тоже знал, да? Я нашел кладку террасер. Ой, нет, все, блин, Аид сейчас... Аид, у тебя была кладка? Да, я могу даже подсказать, она не, ну, не за замком, она внутри замка, внутри этих стен. Удивительно. Да, круто. Я даже не думал, что... Не, там можно по лестнице вернуться. А, можно вернуться. Ой, кирка по соседнему острову, привет, привет. Блин, у меня очень мало блоков. ФТРСР забрал единственные блоки, про которые я знал. Чувствую, я проиграю в этой игре. Ну, у меня вся надежда на кладку демастера. Да, потому что кладку ТРСР забрал Аид, у Аида сейчас самый высокий шанс. Это... Самый... Я же вам подсказал, моя кладка, она внутри замка. О, я нашел 5 блоков Аида, которые нереально достать, поэтому придется сломать немного блоков, чтобы его достать. Это разрешено, это можно. А, нет. О, я вижу блоки демастера, отлично. Как Optifine просто выручает. Нет, черт, я один без блоков, походу, остался в этой игре. У тебя реально нет блоков? Я нашел парочку всего, там буквально пару-тройку блоков. Вернуться после... А сколько осталось? Таймер, плиз. Таймер осталось минута и 10 секунд. И вы оба нашли кладки, да? И мы обе нашли кладки. Ты демастер какой-то странный. Тут было 3 блока, ты подошел, один забрал, остальные оставил. Окей, там еще блок террасера, вижу. Ой, у демастера такая кладка. Но это вкусная. я его уже занял. Этот блок террасера ты уже занял? Да. Нет, я застрял в паутину. Фух, я вылез. Ты как его там достал? Вот так вот. Да не бей меня, у меня мало хп. А как я забрал один блок, а остальные... Занимайтесь немного не столбами. Ну мы Skywars карты, то что, мы инстинкты проснулись. Эх, чувствую Skywars. Че, пацаны, Skywars может, а? Блин, давайте как ты там забрался? Мне кажется, Аид специально кинул дизинфу, чтобы я искал этот чертов проход за его кладкой, а на самом деле его нет. Может быть, потому что не было такого. Ступеньки, алло. Где ступеньки? Вполне возможно. С одной стороны замка. А, я, кстати, здесь бегал.
Прям такие ступеньки, прям хорошие. Массивные такие, здоровые. Да вы меня обманываете. 15 секунд, я уже не успею эти ступеньки, думаю, найти. Я по ним поднялся наверх, но я не вижу пока кладки Аида. А, полублок. А, ступеньки. 5 секунд. Может, еще бонусное время, плиз. 1 секунда, все. Время вышло. Время вышло? Вы слышите этот звук, я думаю. Да-да-да, мы слышим этот звук. Блин, я только нашел блок террасера. А я, кстати, кажется, знаю, где была кладка Аида. А я нашел кладку Аида, кажется. Да, здесь можно пройти сквозь стену и ходить тут внутри. А, да, я нашел кладку Аида, все, но я не буду ее брать. Это твоя кладка Аида? Это не моя кладка. Вот стоит, здесь смотри, куча блоков твоих. 1, 2, 3, 4, 5. Тут три блока. А, три блока? А, понял, ты в каждой башне так ныкал, да? Это странно, я тут побежал вокруг и не нашел. Блин, я сам забыл эти башни проверять. Короче, я нашел некоторые блоки Аида, но я их уже нашел после этого, поэтому я их не стал брать. Ну, правильно. Вот. Ну что ж, слэш-килл пишем. А, не, можем же это, просто перепортнитесь на меня, наверное, я уже тут снизу стою. Я тоже снизу, вот кирка. И я снизу, я тоже все, отлично. О, все мы здесь. Так, давайте выпьем по молочку, молоко взяли? Ох, какое вкусное. Так, давайте где-нибудь здесь поставим вот тут вот наши блоки. Оу, Демастер, это не блок. Это ты сделал? Кто сегодня немножечко... Я видел, как Аид взял, и у меня в это время в руках были блоки, я оставил блоки травы. Так, ну что, давайте строим... Террасер! Что? Ладно, давайте. Что ты делаешь, я не понимаю. Бревно! Ну что ж, давайте строить наши столбы. Я буду строить вот тут. Давайте, окей. Давайте одновременно начнем. Раз, два, а где Террасер? А вон, наверху зачем-то стоит. Что ты делаешь? Плесень какая-то или ну что? Сейчас, я даже не хочу смотреть, как вы меня... Ну, там Аид, понятно, нифига, он там нашел блоков. Так, ну, там кладка была Террасера, да? О, Террасер, ты что, 30 блоков вкладки, что ли, положил? Террасер тут помоил. Ой-о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 й, пацаны. На, не ври, еще есть. Знаешь, что есть, давай. Жесть, просто жесть. Еще есть, давай, еще есть. Че, все, у вас одинаковые столбы, что ли? Не, у Террасера есть, он мою тактику еще использует. Еще есть. Тактику тролля используешь, да, Террасер? Т значит троллинг. Т значит тащер. Тащер! Вы что, соубились там? А у вас что, одинаковые столы получились? Значит, я один проиграл в этой игре сегодня. А у нас... Не, подожди, ты занял второе место. Мы заняли первое место. Так, второй — это первый среди лузеров. Я единственный. Окей, давайте покажем друг другу свои кладки. Моя кладка у Аида. Да, моя кладка у Террасера. А где эта кладка? Ну, Аид выиграл, потому что его кладку не нашли по факту. Где твоя кладка? Сейчас покажу. Гейм мод 3, давай. Она около ступенек, потому что я только успел по ним залезть, то есть сейчас найдем ступеньки. Ага. Ступеньки у нас с какой стороны? Вот здесь, на меня может телепортнуться, я около них летаю. Так, ТП, Демастер. Вот здесь ступеньки, видишь? В этой башне, наверное, в этой башне. Друг друга не видим. Может, да нет, где ступеньки, где? Вот ступеньки. Вот на меня сейчас портнись еще раз, вот. Вот ступеньки, смотри. Выпейте молока. Ладно. Так я в гейммоде 3 летаю, чтобы через стены проходить. Так, окей, я пью. Смотрите, да. Я, значит, такой забежал, и тут у меня оставалось мало времени, поэтому я пошел и запрятал их куда-то, типа вот такого места. Ого, но не сюда. Нифига, вот место будет, ты посмотри. Да, вообще, кто бы места. Вот, я нашел, вот в эту дверь я запрятал. Нифига, ну это было тяжело. О, ну тут меньше кладка, чем у меня и Террасера были кладки. Ну сколько здесь блоков? Здесь 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 блоков. 12? Шикарно. А, в принципе, у меня такая же была кладка. Практически такая же, как и у нас была. Я, в принципе, если бы я бы ее нашел, то думаю, у нас были бы 3 равных столба. Хотя нет, у меня, наверное, было бы чуть меньше все-таки. Ну, было бы забавно, если бы у нас были реально равные столбы. На самом деле, мы все зря выбрались из этого замка. В этом замке намного больше крутых мест, где можно прятать. Да-да-да. Пойдем-ка, 1, 2, 3, 4, 5, 6, смотрите, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Если бы у меня было 12, нет, все равно бы вы меня выиграли. Даже себе нашел кладку. Но там еще было пара-тройка блоков в башнях. Кстати, я пару блоков спрятал в замке. Вы мои блоки в замке нашли? Нет. Вы тоже все выбрались. А смотри, тут... Я в замке даже особо и не сразу. Да, в замке было очень много крутых мест. Например, вот одно из этих крутых мест вот здесь вот было. ТП на меня, тут два блока поставил, прям вообще круто спрятал. Да. Вообще. Ну, я тоже так прятал в замке периодически. Вот, но я просто сразу же из замка вышел. Я думал, в него можно вернуться, искать эту лестницу. Просто... Можно было. Здесь была скорость первая. Была бы скорость вторая или третья, было бы намного лучше. Вот скорости не хватало на этой карте.
Что-то этих островов бегать. В целом, мне кажется, игра получилась интересная. Да, было прикольно, это точно. Затащили меня на изичах. Вот. Ну что ж, в принципе, это все, дорогие друзья. Спасибо за просмотр этого ролика. Можете поставить лайк под видео, ну и подписаться на наш канал. Ну а с вами были я, Демастер, Тарасер, я Ид. Да, всем спасибо, всем удачи, всем пока. Счастливо, ребят, всем пока. Всем пока-пока.